Доброго всем воскресенья, друзья мои. На дворе июль, день 17, год 2016. Ничего примечательного в этот день в Новой Зеландии, а сегодня мы опять поговорим об миграционных и рабочих вопросах этих прекрасных островов. Не произошло. В мире же отмечают день рождения Ангелы Меркель. Она родилась в 1954 году, хотя о возрасте там говорить всуе не принято. И через год, в этот же день, Disneyland opens its doors for the first time. Это событие всех времен и народов. Но и для всех нас, the year 2016 is a leap year, with 366 days in total, потому что в феврале было 29. Как я сказал, сегодняшняя передача называется «Работа в Новой Зеландии. Новости, законы, правила, цифры». И составлена она по вашим письмам, дорогие друзья, по вашим вопросам. Вопрос первый. Как работают в Новой Зеландии? Рабочее время, перерыв на обед, ночные смены, пол, ставки, работа из дома, зарплаты и где больше платят. Средняя рабочая неделя в Новой Зеландии 37 часов, хотя The Minimum Wage Act устанавливает минимум 40 часов и 5 дней в неделю. Большинство организаций работают с понедельника по пятницу с 8 до 5, с перерывом на обед 30-60 минут. Большинство работодателей строят рабочие графики в соответствии с потребностями работников. Например, заводы или больницы оплачивают ночные смены или переработки по специальному тарифу, разрешают работникам гибкий график, part-time, работу из дома и декретные оплаты. В Новой Зеландии и в частном бизнесе, и в государственном секторе сейчас в моде work-life balance. Кстати, overtime оплачивается как везде, at a rate of time and a half. Однако в последнее время работодателя больше устроило бы договориться с работником об увеличении отпускных дней. A national minimum wage in New Zealand сейчас $14.25 в час. Для неопытных новичков или стажеров $11.40. В крупнейших городах Окленд и Веллингтон самый высокий уровень зарплат. В Веллингтоне, например, самый высокий средний национальный уровень более 81 тысячи долларов в год. Однако высокие зарплаты в крупных городах значат высокие расходы на жизнь. Плюс работа в них, как правило, связана с большей ответственностью, а значит, большим стрессом. Термин «negotiable» в объявлениях о вакансиях значит, что вам придется работать очень усердно, чтобы убедить работодателя, что вы заслуживаете более высокой зарплаты. Однако, если у вас дефицитная квалификация, диктовать зарплату уже будете вы. Например, в связи с низкими зарплатами работники индустрии производства шерсти начали сотнями перелетать в Австралию. И Shearing Contractors Organization была вынуждена поднять зарплату на 20%. Вообще, в частном секторе средняя зарплата $26.29 и в госсекторе $35.28 в час. Меньше всего платят by hotel and restaurant staff, as well as bar staff and waiters and waitresses. И никого не удивят самые высокие заработки в financial and insurance sectors, as well as IT posts. Например, средняя годовая зарплата for a computer sales manager от 50 тысяч до 150 тысяч долларов в год и больше. Вопрос второй. Можно взять с собой жену и детей, если я подаю Work to Residence Application? Нет, вы не можете включить Work Visa Application under Work to Residence Instructions членов вашей семьи, мужа, жену или детей. В этом случае они могут выехать в Новую Зеландию по какой-нибудь другой временной категории – Partnership, Student or Visitor. Профессиональная иммиграция в Новую Зеландию Skilled Migrant Category делится на два вида. Если у вас есть работа, вам выдается виза Residence from work и значительно больше прав. Если у вас нет работы, вам выдается виза Work to Residence. Это временная рабочая виза на 24 месяца, в течение которых вы должны найти работу и тогда уже получить право обращаться за визой Residence from work. Когда придет время вам обращаться for permanent residence under residence from work, вы можете включить в ваше заявление всех членов вашей семьи. И они получат те же статусы, что и вы, и будут получать их дальше, до гражданства. Вопрос третий. Что такое Canterbury Skill Shortage List? И правда, что работа по нему дает право получить residence как по Long-Term Skill Shortage List?
Все, кого интересует Новая Зеландия, наверняка слышали о землетрясениях и разрушениях в городе Крайстчёрч в частности и в Canterbury Region в целом. Это южный остров. В связи с этим появилась долгосрочная потребность в строителях, инженерах, рабочих и чернорабочих, водителей большегрузов и так далее. Вы сейчас, справа от меня, можете видеть последний список вакансий Canterbury Skill Shortage List. Он изменяется каждый квартал и может содержать профессии из Immediate Skill Shortage List или из Long-Term Skill Shortage List. В связи с ситуацией требования к английскому языку ниже, что позволяет Immigration New Zealand to fast-track the applications and allow employment to begin more quickly. Как это работает? Организован специальный The Skills Hub, куда работодатели подают их заявки. Естественно, The Skills Hub сначала проверяет, нет ли заявок на те же вакансии от коренных новозеландцев. Затем сразу, без всяких labor market checking процедур, иностранным заявителям выдаются рабочие визы. В Крайстчёрч, Салвин и Вайма-Карири Council Districts. Это рабочие визы временные, их получение в residence они не ведут, если только не находятся одновременно в long-term skilled shortage list. В этом случае специалисты получат новозеландский опыт работы, что прибавит в их балловую копилку от 60 до 70 баллов, что при 140 проходных очень немало. Надеюсь, я помог вам разобраться в некоторых вопросах работы в Новой Зеландии, в новостях, законах и правилах. Пишите нам, мы все знаем, обязательно вам ответим. На сегодня же мы с вами прощаемся. До свидания и до следующего воскресенья.